Всем привет! Репортаж из осеннего леса. Поход в лес за грибами, в сосняк близлежащий. Это сосняки недалеко от нашего дома. И хотел с вами поделиться находками. Пошли за маслятами, но маслята, слой старый уже отошел. Вот он, старые маслята. Молодые только начинаются маслята. Масленок сосновый. Вот он, молодой масленок. И маленький. Но параллельно с ними идет так называемая мокруха сосновая. Мокруха сосновая, которая растет тоже в сосновых барах и образует микоризу с сосной. Вот они, кучки мокрухи сосновые. Вот он, молодой гриб. Мокруха сосновая. Вот она молодая. Я срываю ее, показываю. Это съедобный, вкусный гриб, который все незаслуженно проходят и пинают его. А вообще он в засоле превосходит масленок, конечно. Мокруха сосновая. Есть мокруха еловая. Я вот срываю мокруху. Видите, он какой, мясистая ножка. Цвет коричневой шляпки, до темно-коричневой цвет бывает. Это гриб, который идет параллельно с масленком. И чем он отличается? Это пластинчатый гриб. Если масленок у нас губчатый гриб, то есть у него губчатый слой внизу, подшляпочный слой, то у мокрухи пластинки, то есть под шляпкой четко выраженные пластинки. Ножка толстая, мясистая. И еще одно интересное отличие — это шишка, шишак на шляпке, который образует вот такой шлем воина. Ее трудно спутать. Это съедобный гриб, который идет очень хорошо в засол, образует очень хороший вкусный аромат в засоле. И многие просто пренебрегают. Зря его не заготавливают. Вот я вам показываю еще одну кучку рядом расположенную мокрухи. Вот она, мокруха сосновая, которая уже созрела для сбора. Срываю. У старых грибов вот это пластинчатый слой покрыт как бы инеем. Иней. Это, ну вот этого еще нет. Вон немножечко, видите. Это слой спор. То есть этот гриб уже перезрел. А так можно набрать его весьма много. Не проходите мимо и используйте его в засоле. Особенно он хорош в засоле. Мокруха сосновая. Есть родственник мокруха еловая. Растет в ельниках, этот растет в сосняке. Спасибо всем за внимание. Удачной грибной охоты!